Елена Малкина живет в 18-м доме по улице Губанова в промышленном районе. Рассказывает, дворник дружный. На огромной детской площадке собираются ребята из 11 домов. Недавно одна из ресурсоснабжающих организаций проводила земляные работы и перекопала тротуар, по которому ходили учащиеся 102-й школы, а также воспитанники расположенного неподалеку детского сада и их родители. Жители хотят, чтобы тротуар был восстановлен. Об этом Елена Малкина рассказала в Центре приема обращений граждан в РИО губернатора Самарской области Вячеслава Федоровича. По этому тротуару у нас ходят дети с улицы Губанов 12 и по 18, потому что они только могут пройти вдоль нашего дома Губанов 18 или со двора. Тротуар разрушили, его надо восстановить. Особенно вот сейчас, вот пока можно это к сентябрю все сделать, все аккуратно. Пункты приема обращений граждан к врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева открылись 25 июня во всех районах Самары. В промышленном районе, рассказывают, жители с просьбами приходят ежедневно. На сегодняшний день это уже 34-е обращение. Проблемы очень разные, но если сказать, что в основном это ремонт тротуаров, ремонт дорог, внутриквартальные проезды, ремонт парковочных карманов, благоустройство детских площадок. Просьбу Елены Малкиной обещали передать руководителю региона. Заявки от жителей принимают в каждом районе Самары по будням с 9 утра до 6 вечера. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.